Новый лечебно-оздоровительный комплекс «Балхаш» открылся в Карагандинской области. Комфортабельный санаторий рассчитан на 150 человек. Строительство медицинского центра проходило в рамках государственно-частного партнерства, и на это было затрачено более 5 миллиардов тенге. На открытие комплекса на берегу озера Балхаш побывала наша съемочная группа. Живописное побережье одного из самых известных озер Казахстана – Балхаш. Грех не искупаться, но пока не сезон, разве только для моржей. Раньше сюда приезжали отдыхать, и то дикарями жители ближайшего населенного пункта Приозерск, когда-то закрытого военного городка. А теперь это место больше похоже на оазис среди пустыни, в данном случае среди степи. Этим оазисом стал новый шестиэтажный лечебно-оздоровительный комплекс «Балхаш». Самые последние приготовления перед официальным открытием. Строили оздоровительный комплекс 2008 года, и относится он к системе управления делами президента. Одновременно здесь могут отдыхать до 150 человек. Плюс санаторий в том, что он рассчитан не только на госслужащих, но и рядовых граждан. Данный лечебный комплекс рассчитан на лечение больных с заболеваниями опорно-двигательного системы, неврологической системы, болезней сердечно-сосудистой системы. Имеется галокамера, так называемая соляная шахта, которая, значит, создает эффект для улучшения дыхания, лечения заболеваний органов дыхания. В день открытия из Астаны приехала делегация во главе с заместителем премьер-министра Бердыбеком Сапарбаевым. Сотрудники медцентра в деталях рассказали и показали ему, как будет работать санаторий. Все оборудование здесь по последнему слову техники. Здесь условия, возможности есть. Нам надо сделать так, чтобы побольше было вот таких центров, для того, чтобы наши жители не ездили за границу, отдыхали здесь. Для человека что надо? Самое главное, чтобы было соответствующие условия, особенно медицинские. А здесь вы видели, все условия есть. Условия здесь есть не только медицинские, но и спортивные. Детские игровые комнаты, большой спортзал, библиотека, боулинг. С ответственностью здесь подошли и к тем, кто будет лечить отдыхающих. Медики прошли строгий отбор, а потом и обучение. Несомненно, штат санатория укомплектован высококвалифицированными специалистами, которые прошли необходимую подготовку в больницах, отелях, других санаториях, действующих санаториях управления делами президента. А это 185 человек, которые будут здесь работать. Это новые рабочие места для региона. Официальный сезон в лечебно-оздоровительном комплексе «Балхаш» начнется 1 мая. Попасть сюда можно будет путем онлайн-бронирования на сайте санатория. Уже здесь каждому отдыхающему установят точный диагноз и составят индивидуальную программу лечения. Сабиб Айбусинов, Берик Ахтан, Приозерск, Карагандинская область.